Здравствуйте, друзья! Компания «Вспорте.ру» и Северная лига ЛФЛ приглашают вас на прямую трансляцию матча 22-го тура первого дивизиона. Лидер чемпионата «Аэрофлот» презентует сегодня новую красно-черную форму и будет играть против одного из претендентов на место в стыковом турнире футбольного клуба «Осиря». В общем-то, это, наверное, центральный матч тура в первой лиге. Я думаю, что футбол должен получиться содержательным. Ну, а кто победит, посмотрим. Аэрофлот лидер. Аэрофлот идет с очень хорошими показателями, очень таким крутым, мощным ходом. Но Осирия усилилась, Осирия добавила. И, в общем, здесь мастерства и опыта не занимать так же. Ваш комментатор на ближайший час — Кирилл Разумовский. И поехали. Главный арбитр сегодняшней встречи — Юрий Тихомиров. Дал сигнал к началу матча. И, собственно, борьба началась. Итак, вот у Аэрофлота новая красно-черная форма. И, наверное, для нас с вами будет чуть полегче, потому что все-таки на груди теперь номера футболистов. И они очень контрастные, белые на черном фоне. Для зимнего периода, по крайней мере, это гораздо лучше, чем вот та кислотная экипировка Аэрофлота, в которой команда последний матч проводила. Осирия в темно-синей форме, в своей такой классической, зимней. Если летом команда в белых футболках частенько играет, то вот зимой привыкли видеть в такой экипировке. Я думаю, здесь в любом случае достаточно такие сочные цвета, и вот белый снег, который на зеленое поле опять нападал сегодня в течение дня, он лишь выгодно оттеняет экипировку команд. Давайте к составам переходить. В составах, в принципе, все сильнейшие, есть определенные проблемы, даже не проблемы, может быть, там не на 100% оптимальные составы. У Осирии были сложности с кадрами и сложности, скажем так, даже больше временные. Команда участвовала в еще одном турнире и просила у Аэрофлота перенос. Ну, Аэрофлот, понятно, не так-то легко собирать своих игроков, потому что все футболисты работают в компании. И здесь тоже все очень завязано на рабочие графики, на отпуска и так далее. Поэтому перенос не состоялось. Вроде бы руководители Осирии остались не слишком довольны этой ситуацией, но в любом случае это все регламентное поле. Здесь нужно досконально вот эти все нюансы изучать, просматривать, выверять для того, чтобы заранее предупреждать и лигу, и соперника о переносе, если он требуется. Но в любом случае Осирии удалось собрать хороший, вполне боевой состав. И в следующем сочетании команда начинает. В воротах Евгений Щеголихин, номер один. Три защитника слева направо. Арам Минасян, 16-й. Денис Рустан, 30-й. И Александр Алешин, 20-й. В центре поля Дмитрий Биджама, номер 10. На флангах Андрей Пулин, номер 15. И Николай Смирнов, номер 18. На острие Вадим Бойко, номер 14. Ну вот, пожалуйста, по именам. Такой состав еще 2-3, ну, может быть, там 4 года назад мог бы спокойно в высшем дивизионе наводить шороху. Прекрасно знаем и Бойко, и Биджама, и Рустана. По выступлениям за Терминатор. Александр Алешин за Терминатор также играл и еще в прошлом году был игроком Азимута в высшей лиге. Ну, а Рам Минасян — молодой футболист, который в свое время очень так мощно начинал, подавал большие надежды, выступал он за Империю и за сборную Севера в том числе. Потом у него была травма, сейчас вот восстановившись, постепенно выходит на свой уровень, играет. А футболист — это очень интересный, такой быстрый, цепкий. Здесь, конечно, он Осирии поможет и по уровню первого дивизиона, тем более по среднему уровню. В общем, состав хороший, состав интересный, но и у Аэрофлота все в порядке. У Аэрофлота главные лидеры и бомбардиры
Евгений Кулаков и Альберт Шиц в строю. Шиц играет на острие атаки. Кулаков в центре поля вставляет пару Андрею Кожину. У Шица 10 номер, у Кулакова 9. У Кожина 21. На флангах играют Руслан Кошлюченко, номер 8, и Роберт Жилин, номер 2. В обороне пара защитников: Максим Чупов, 23, Владимир Крохин, номер 3. И в воротах Максим Глейкин, номер 1. Практически бессменный страж ворот, бессмертный первый номер лидера чемпионата. Ну что ж, выполнили протокольные мероприятия. И, наверное, будем за игрой следить. Пока, правда, ну не так, чтобы с места в карьер команды взяли. Пока такая разведочка, где-то присматриваются друг к другу, где-то привыкают к полю футболисты. Это дает нам возможность немного поговорить о турнирном положении команд. После 19 матчей, то есть после первого круга, у Аэрофлота 50 очков, он занимает первое место, а Сирия имеет в своем активе 38 баллов и располагается на шестой строчке турнирной таблицы. Ну вот, опять же, тур у нас 22-й, матч 20-й для сегодняшних соперников. Все это связано с тем, что напереносились мы, и даже с учетом перерыва зимнего, который в Северной лиге последние два года практикует руководство, вот не удалось дождаться действительно хорошей погоды. Обычно вот эти все снегопады в январе как раз случаются, и вот многолетний опыт уже так подсказывал, что, наверное, в январе играть не стоит. Теперь вот, видите, все это сместилось на февраль, и уже конец февраля, уже через неделю у нас весна. Ну, через полторы недели, хорошо, давайте там не будем придираться. А у нас снег сыпет, и вот ежедневно в такие дни, как сегодня, там сантиметров по 8, по 10 выпадает, а серьезный какой-то снегопад и больше. Поэтому вот так антураж можете оценить. Вокруг стадиона, конечно, горы просто снега. Его постоянно убирают, постоянно чистят. Только сегодня вот за утреннюю сессию игровую, по-моему, раза 3 или 4 полностью очищали штрафные площадки. Здесь с близкого расстояния мяч перекладину отправляет Шиц, по-моему. И это голевейший просто момент. Но я не знаю, насколько... Насколько процентов его можно расценить? Ну, 100% это когда гол. Да, вот обычно так обыватели говорят, 100% не забитый. Но здесь 99,9%, наверное, процента шансов было забить в этой ситуации. Но гола не состоялось. Повезло. Немножечко о Сирии в этом эпизоде. Так вот, расчищали и опять присыпало, поэтому, конечно, определенные коррективы в игру вносить футболистам придется. Единственное поражение в чемпионате Аэрофлот потерпел от футбольного клуба «Ювенал» со счетом 2-3. Сейчас эта команда на 18-й строчке располагается. На тот момент занимала последнее место. Ну, можно связывать с какой-то расслабленностью. Я, на самом деле, так не думаю. Мне видится скорее, что были... Ну, был просто не день летчиков, нелетная погода, вот так вот можно, наверное, сказать. В остальном, конечно, Аэрофлот в первом круге впечатлил и игрой, и умением в сложных матчах очки набирать. Два ничейных поединка против Смены и Бурана с одинаковым счетом 2-2 завершились. Но вот игру с Бураном я не смотрел, тут сказать сложно, а игра против Смены в прямом эфире была показана. Аэрофлот вел 2-0, и при очень драматичных обстоятельствах Смена отыгралась. В общем-то, наверное, можно говорить, что у Аэрофлота было преимущество и достаточно весомая большую часть игры, но не на протяжении всего матча. Вот результаты. 16 побед при разнице мячей 76-25, конечно, говорят сами за себя. Что касается Ассирии, то
Похуже, конечно, 5 поражений, также 2 ничейных результата и разница мячей 65 на 42. В общем, тоже довольно результативно, но намного больше, практически в 2 раза больше команда пропускает. Ну вот, когда мы говорим о результатах по ходу первого круга или там по итогам первого круга, нужно учитывать, что все-таки Осирия только в конце всерьез обновилась, и пришел Бойко, например. И Юрий Шолмов, который есть в заявке, но его сегодня нет в составе. В последнее трансферное окно команду покинули Алексей Митан и Максим Волков, которые, в принципе, большое игровое время получали и большую роль в команде играли. В общем, в значительной степени Осирия отошла, если вы помните, изначально ведь была Осирия М, но это М намекало как бы на то, что команда молодежная такая во многом. Сейчас на поле опытных футболистов, ну большая часть и достаточно для того, чтобы считать эту команду уже такой солидной по футбольным меркам, солидный и даже возрастной в какой-то степени. Ну, понятно, Дмитрий Биджама, да, не стареющий, но и Вадим Бойко, и Александр Алешин, в общем, тоже футболисты и поигравшие, и большую футбольную жизнь, так сказать, прожившие, в ЛФЛ в том числе. Или вот Арам Минасян, молодой футболист, да, относительно, но тоже уже очень опытный и уже поигравший на разном уровне совершенно. Поэтому все же Осирия сейчас команда новая во многом, и нужно к ней присматриваться. Я думаю, что во втором круге может она хороший результат показать, может прибавить, тем более, что, да, есть, наверное, Аэрофлот и смена, но вот дальше достаточно все плотно, и там сократить отрывы, при удачной серии матчей может любая команда, там, из первой семерки, восьмерки. Если турнирная таблица под рукой, вы можете сами в этом убедиться. Ну вот, к слову, у смены было столько же очков, что и у Аэрофлота, но на одну игру больше смена сыграла. Тандер, Буран, Гепард, Осирия, вот все идут примерно в одном темпе. Прайд от Осирии отставал на 4 очка и проиграл в этот уикенд. Поэтому здесь у Осирии тоже есть возможность небольшой отрыв себе создать комфортный. Кристалл отстает уже значительно от осирийцев на 7 баллов. Понятно, что достаточно длинный второй круг еще предстоит. И здесь тоже всякое возможно. Но, пожалуй, Кристалл и Ансар начинают потихонечку из этой группы выпадать. Как оно будет, посмотрим. Ну и заканчивая эти статистические разговоры, наверное, нужно упомянуть, что в составе Аэрофлота Евгений Кулаков является лучшим бомбардиром чемпионата. У него 26 мячей, и за ним следует Игорь Вековищев. 27 даже, да, и у Игоря Вековищева как раз на один меньше. Что касается Осирии, то ее лучший бомбардир Александр Хашаба, сегодня его нет, а за ним идут Николай Смирнов и Андрей Пулин, у них всего по 6 мячей, и даже Дмитрий Биджама забил 5, хотя в бытность его футболистом Терминатора неоднократно мы шутили в эфирах, что Биджама по воротам не бьет никогда и всегда ищет наиболее выгодную ситуацию для передачи партнер. Ну что, Аэрофлот захватил инициативу. Еще одна атака фланговая получается. Сейчас с прострелом через всю штрафную. И вот здесь Роберт Жилин оказался на правом фланге. Он замыкал эту передачу, замыкал этот прострел. И мяч скользнул у него по ноге. Получилось не в створ, а рядом. Еще о кадрах, о составах, наверное, надо сказать, что Роман Круглов на поле вышел под пятым номером.
Он как раз сейчас в обороне расположился. И, как мне кажется, это связано с какими-то перестановками. Потому что и я вижу Владимира Крохина. Вот чуть поодаль тоже в центральном круге он идет. И Роберт Жилин не слева, а справа играет. В общем, здесь надо будет нам по ходу матча разбираться. И пока Аэрофлот очередной угловой зарабатывает. Подача здесь достаточно уверенно. Защитники справляются. Алешин вынес мяч головой. Ну, еще один удар. И Щеголихин на месте. Биджама. Ищет варианты. Ну, вот на левую атаку разворачивает. Бойко. Отличная передача, отличное подключение Минасяна, и бьет он в ближний угол. А если бы в дальний покатил, я думаю, вариантов бы там не было у Максима Глейкина. А так стоял до конца, стоял по ударам и коснулся мяча, отразил этот выстрел в ближний угол угловой всего лишь. Минасян. Еще одна передача. Ух, тут Юрий Тихомиров невольно подыграл темно-синим. Бойко. Удар по центру. Но мяч сложный. И Глейкин переводит его через перекладину. Еще один угловой. Вот хороший отрезок и Ассирия проводит. Розыгрыш. Смирнов назад. Здесь Биджамо. Пулин. Алешин. Прострел, но мяч в поле, а передача заблокирована. Рустам, я гляжу на скамейке запасных в курточке. Кто вместо него? По-моему, там Роман Амиршаев под четвертым номером. Но здесь Ассирия пока атакует. Бойко пробил, и опять внимательно против него Крохин сыграл. Удар заблокировал, а дальше уже Глейкин справился. Контратака Аэрофлота. Ну, или атака сходу скорее, потому что численного преимущества не было. Смирнов. Назад играет Алешин. Биджама. Минасян. Ну, темп невысок. Пока команды, ну, так, знаете, такими пиками, такими взрывами играют. То чуть ускорится, то нет. Вот здесь очень неплохо. Отличная передача. Бойко на ударной позиции. Катит мяч вдоль ворот. И, по-моему, это автогол. Сейчас надо посмотреть, кто же, на кого же там запишут. Попытаюсь я прислушаться, но кажется, что... Ну, давайте будем считать, что в нашем протоколе это будет как автогол записано. Если у Юрия Тихомирова другое мнение, пожалуйста, в конце концов, он главный судья. Но сейчас довольно сложно в этом разобраться. Но главное, что на 18-й минуте Ассирия выходит вперед. Хотя, казалось бы, Аэрофлот поближе к голу был в первые минуты. Пара стыков. Мяч за пределами поля. И как-то Аэрофлот неудачно этот аут разыграл. Алешин. Пулин. Кстати, у Ассирии тоже с флангами все наоборот. Пулин анонсировался Станиславом Журавским как футболист на левую бровку, а действует справа. А Смирнов, соответственно, на левом краю.
Ну и Роман Амельшаев вместо Дениса Рустана. Девятнадцать минут команды сыграли. Вот вроде не спеша так, без особого надрыва игра проходит. А потихоньку первая треть матча заканчивается. Алешин будет из-за боковой вводить. Вперед на Бойко. Вот он умеет корпус поставить, так оттеснить соперника. Сейчас мяч сохранить не удалось, правда. Шлюченко из-за боковой. Здесь мечается. Вот, кстати, у Аэрофлота под седьмым номером на поле появился Сергей Шудров. Футболист, имевший хорошую карьеру. И в высшей лиге. Уха, это Глейкин, красавец! Как прыгнул, тоже бывший профи. Ну вот, сейчас Шудров устроился в Аэрофлот работать и попал в эту команду самобытную. Ну а во время профессиональной карьеры выступал на высоком уровне. В Хабаровске играл, если я не ошибаюсь. В общем, в плане усиления такое достаточно, солидное подписание для Аэрофлота. И с прицелом, наверное, на возможный выход в высший дивизион. Если все пойдет нормально у команды, то она должна оказываться в вышке, показывая такой ход в первом дивизионе в этом году. Конечно, так вот на память сразу приходит небольшой провал в прошлом году, когда Аэрофлот вроде бы шел там в числе лидеров, потом была серия из нескольких поражений, в итоге команда пятая закончила, даже в стыки не попала. Но сейчас запас куда больше. Ну и растерять-то любое, конечно, можно количество очков, но просто не верится, что найдется столько команд, чтобы вообще Аэрофлот обыграть. Ну, допустим, можно поверить, да, там в 4-5 поражений, допустим, но ведь все остальные-то должны без потерь тогда проходить эту дистанцию. Это, конечно, маловероятно. В общем, у Аэрофлота стартовые позиции хорошие, если сейчас рассматривать первую часть чемпионата как такую подготовительную. Может быть, там какие-то команды вкатывались, кто-то там подбирал состав. Но вот сейчас середина турнира, а вроде бы уже и финиш близок. И с каждым туром можно будет говорить о том, что финишная прямая начинается, или там в полную мощность уже идет. Поэтому, конечно, имея там 11-10 очковый запас от команд, которые пока не попадают в зону стыков, естественно, Аэрофлот в очень хорошем положении. Ну и по игре команда, в принципе, футбол демонстрирует комбинационный, старается использовать и сильные качества своих лидеров, но и действительно играть командно. Не все на одном Кулакове держится, например, или Альберте Шитце, который является вторым бомбардиром команды. У него, правда, всего 12 мячей в этом сезоне. В прошлом году побольше забивал. В целом, ведь обе команды достаточно молодые в плане своего жизненного пути в любительской футбольной лиге. Аэрофлот четвертый сезон выступает. Причем в сезоне 13 и 14 годов. Прошу прощения, да, Аэрофлот выступает третий сезон, да, а серия вот пятый. При этом Аэрофлот в сезоне 15-16 выиграл третью лигу с каким-то умопомрачительным результатом 37 побед, одно поражение в 38 матчах. А потом сразу оказался в первом дивизионе, во втором играть не захотел. И вот прошлый год, да, на седьмом месте команда закончила, а не на пятом. Здесь я ошибся, пятый как раз была Осирия.
Вот, у Ассирии как-то все более плавно происходит, но постепенно все выше и выше команда забирается. Первый год был таким вкатывающим, 11 место в третьей лиге. Затем выиграли третий дивизион футболисты Ассирии. Затем заняли 4 место во втором дивизионе и через таковые матчи пробились в первый. И вот в первом дивизионе 5 место в прошлом году. С Аэрофлотом играли, естественно, 2 раза в прошлом сезоне, 1 раз в этом. 2 победы у Аэрофлота, в этом году 5-1, в прошлом году было 4-3. И Ассирия выигрывала 5-0 также в прошлом сезоне, причем это не технический результат, это вполне себе на поле происходило. В первом круге 5-2, да, вот я сейчас уточнил, 5-2, тогда, кстати, 2 гола Алексей Метан забил, поэтому меня немножко сразу смутило. Да, 2 гола Метан, 2 гола Шиц, 2 гола Кулаков и еще был автогол Максима Волкова. Ну вот Метана уже в команде нет, и Волкова тоже, кстати, а Шиц с Кулаковым на поле. А Сирия выигрывает у Аэрофлота 1-0 после 25 минут. Здесь такая у нас на поле борьба, мы немножко отвлеклись, но игра пока не очень содержательная, пока все-таки больше таких неточностей. Сказывается пауза. Все же сказывается на действиях футболистов, прежде всего Аэрофлота. Начало было хорошее, такое задорное. Вот, потом чуть-чуть ситуация изменилась. Ух, жесткий какой стык. Еще один. И там достается Андрею Пулину, по-моему. Вначале там совсем так с прямой ногой, можно сказать, футболист Аэрофлота шел, а затем просто столкновение. И за спину держится. Игрок Ассирии. Но вроде так растирает снежком, прикладывает холод, и вроде все нормально. А Юрий Тихомиров не фиксирует здесь нарушение правил, поэтому Владимир Крохин из-за боковой ведет. Глекин. Затянул, конечно, сейчас передачей, поэтому едва перехвата не было. Ну и давайте смотреть. Так, по 25 номерам знакомые лица. Александр Овешников, перешедший из Протона. Вот он сейчас в центре поля с мячом. Соответственно, Круглов и Крохин в обороне. И Жилина опять я увидел на правой бровке. Здесь фланговые игроки, судя по всему, позициями меняются постоянно. Рядом с Овешниковым в центре. Вот сейчас нет никого. Был Кулаков. Но он сейчас переместился. В общем, у Аэрофлота, конечно, интересная стратегия. Смотрите, где Жилин оказался. Справа и практически близко к чужой штрафной. Практически на углу штрафной. То есть где-то в атаке. Кулаков, Шиц. Пока впереди, и он чуть более пассивен, не принимает участие в этом прессинге. Но еще один футболист, это вот Руслан Кошлюченко. Он опять на левую бровку переместился. В общем, Игорь Кривошеев экспериментирует по ходу игры, меняет. Подстраивается под соперника, расположение игроков меняет и вообще футболистов используют из ротации.
Любопытно, а серия таким более консервативным составом действует. Пока без замен. Крохин направо. Жилин. Кулаков, а вот пробить. Очень долго удар готовила, получился пас и перекладина. После подставления, наверное, ты даже не назовешь таким ударом акцентированным. Но мяч мог в сетке оказаться. Однако пока Аэрофлот свои стопроцентные моменты транжирит. Блин, нет, не обыграл сейчас Кулакова. А Крохина, точнее. Кулаков вот как раз рядом с Тихомировым находился. В центральном круге открывался под эту передачу. Оба светловолосые футболисты. Издали похожи друг на друга. И контратака может получиться у Василия, если бы Дмитрий Биджама сумел мяч пробросить. А тут и время первого тайма вышло, поэтому, наверное, то была бы последняя атака в первой половине. Лаков. По центру налево отдает удар, мяч в руку попадает Александру Алешину. Тот вроде бы в безопорном положении находился, но я не знаю, насколько естественным считается такое положение рук защитника при подкате. Момент спорный, но Юрий Тихомиров арбитр опытный, я думаю, что он все видел, по крайней мере находился он в идеальной позиции для этого. Так, здесь очередная травма. Я думаю, самое время команды отправить на перерыв, потому что, пока замена пройдет, пока, и потом опять давать свисток, как-то нелогично, наверное. Может быть, конечно, там арбитр добавляет больше минуты, и поэтому успеет значительное какое-то время получить вышедший на замену игрок. Кстати, кто это вышел? Сейчас разберемся. Судя по всему, это должен быть Константин Лобков, потому что он обычно играет на острие атаки, а я вижу, что Вадим Бойко сместился на правый фланг. Лобков 24 номер, если что. Другого типажа немножко футболист, нежели Бойко. И вот перерыв. Первый тайм такое двойственное впечатление оставил. Посмотрим, что команды приготовили нам на вторую половину, пока они отправляются отдыхать, и мы, наверное, тоже передохнем пару минут. Продолжаем смотреть футбол, друзья. Первый дивизион, 22-й тур. Аэрофлот Ассирия. Матч лидера чемпионата и претендента на места в зоне стыковых матчей, может быть, на медали даже в каком-то отношении. И после первого тайма Ассирия ведет 1-0. Единственный гол был забит на 18-й минуте, и, в общем, не совсем понятно было, повлиял ли, срезал ли защитник мяч в собственные ворота после прострела. Мы посчитали так, и поэтому в нашем протоколе гол значится как автогол Владимира Крохина. В общем-то, кроме этого момента, еще по паре голевых шансов у соперников были. У Аэрофлота в самом начале Альберт Шиц не попал буквально там с пары метров в ворота, не переправил мяч под перекладину. И в конце первого тайма был еще удар в перекладину. Рикошет от ноги футболиста Аэрофлота Руслана Кошлюченко в перекладину. У Ассирии был хороший проход Арама Миносяна, он на ударной позиции оказался, был шикарный дальний удар, который перевел в кошачьем броске Максим Глейкин.
По составам сейчас пробежимся, потому что есть перестановки у Аэрофлота особенно. Мы об этих перестановках говорили и в первом тайме. Вообще команда достаточно мобильна в этом отношении. Но начнем с Осирии. В воротах Евгений Щеголихин, номер один. Защитники Арам Минасян, слева в центре Роман Амиршаев и справа Александр Алешин. В центре поля Дмитрий Биджама. На флангах Николай Смирнов и Вадим Бойко. И впереди сейчас играет Константин Лобков. Андрей Пулин травму получил, в нескольких единоборствах жестких поучаствовал, и что-то там со спиной у него было, и затем в концовке тайма по ногам он еще получил. Теперь состав Аэрофлота. Максим Глейкин в воротах, пара защитников. Ну вот, сейчас у меня затруднение некоторое вызвало, потому что Аэрофлот при атаке и при прессинге располагался несколько иначе. Владимир Крохин и Роман Круглов, судя по всему. В опорной зоне Александр Овешников действует. На флангах Сергей Шудров и Руслан Кошлюченко. Вот Руслан Кошлюченко сейчас уходит с поля как раз. Вместо него выходит Андрей Кожин. И группа атаки Евгений Кулаков, Альберт Шиц. Вот так. Правым флангом сейчас Аэрофлот начинал свою атаку. Сюда Шиц смещается. В центр можно отдавать здесь Кулаков. Но предпочитает подключить по флангу своего партнера Альберт Шиц. И передачу чуть слабее нужного отдает. Поэтому игроки Осирии справляются. Очередной аут. Вообще борьбы пока больше, чем каких-то осмысленных комбинационных действий. Но игра плотная, соперники стараются друг другу поменьше позволять. И иногда, конечно, получаются хорошие атаки. Вот как сейчас, например, это момент. И в борьбе с защитником Шудров наносил удар, не попал в створ. Хотя показалось, что его чуть подталкивали. Может быть, это чуть как раз является допустимым для подобных единоборств. Юрий Тихомиров на это падение никак не отреагировал. Посчитал его обычным игровым моментом. Ну, а с точки зрения комбинационной игры Аэрофлота, это еще один шанс нереализованный. Я уж не знаю, сколько таких еще будет, но вообще побережнее стоило бы к подобным моментам относиться. Шнуров уходит, и Роберт Жилин вместо него на левую бровку. Шиц назад. Здесь сильный удар в направлении штрафной. Алешин головой выносит, дальше Бойко выносит. Еще один навес. И тут уже Роман Амиршаев. Вот Аэрофлот старается в одно касание действовать. Ух, с разворота сейчас Альберт Шиц пробил. Но не Игуаин он пока, не Игуаин. Если вы, конечно, понимаете, о чем я.
Но на самом деле, вот само по себе желание так исполнить этот эпизод, так его завершить, похвально, потому что для защитника подобные моменты всегда неожиданны. Под них очень сложно подстроиться, подладиться. Да и вратаря можно оставить врасплох. Алешин здесь здорово на опережение, но поле кончилось. Крохин Лобкова убрал. На правом фланге мяч. Ух, здесь обрез. И может контратаку у Асирии получится. Уж не знаю насчет контратаки, но просто атака получится точно. Мяч сохранили и штрафной заработали темно-синие. Алешин, дальний удар, но здесь Крохин ногу подставляет. И Глейкину не приходится даже вступать в игру. Джама. Здорово. Еще одна передача. Еще. Здесь по регбийному атака развивается. Так, веером. Мяч выходит из штрафной. Биджама. Хорошая передача. У Алешина есть оперативный простор. Он бьет и опять попадает в соперника. На этот раз в Жилина. И аут. В поле мяч. Жилин его сохранил. Прострел. Нет, здесь передача не точная. Вот здесь здорово, Асирия получает возможность для атаки и не останавливает мяч штрафной Константин Лобков. Показывает, что замена ему требуется после этого, но лучше бы, конечно, он сейчас исполнил. Лучше для своей команды. Пулин возвращается на поле, у Аэрофлота также замена. И на правом фланге Руслан Кошлюченко появляется вновь. Алеша назад. Здесь мяч выносится. Кожин. И до Глейкина мяч довели. Крохин. Пока нет адреса для передачи вперед. Приходится катать на своей половине. Подача, вот опасный момент какой пробивал Альберт Шиц после этой передачи с фланга. Мяч скользнул по газону. И под присмотром Евгения Щеголихина летел мимо створа. Минасян. Неудачная передача. Аэрофлот перехватывает мяч. Здесь очень неплохо разыграли. Ну и что? Аут. Аут в пользу красно-черных. Ну, вы знаете, что Аэрофлот официальный партнер футбольного клуба Манчестер Юнайтед, поэтому вот такая экипировка. Ну, а с другой стороны, и партнер футбольного клуба ЦСКА. Так что здесь можно и в красно-синий тогда выходить. Ну, может быть, посчитали, что Манчестер Юнайтед все-таки как-то посолидней. Еще замена. Вообще, ротация сумасшедшая. Тут меняются игроки в каждой паузе практически у Аэрофлота. Сейчас Шиц ушел отдыхать. Угловой. Летчики зарабатывают.
Подача. Нет, пробить не получилось. Да, вот здесь под 18 номером футболист, если честно, в протокол вообще внесен не был. Ну, может быть, номера там перепутали, и такое бывает, но тут приходится мне просить прощения. Так и не разобраться даже. Минасян. Асилия сейчас отбивается, но Аэрофлот атакует так скорее, скорее так наваливаясь. Мне не кажется, и вообще это не выглядит, что Асилия имеет проблемы сейчас какие-то. С каким-то трудом обороняется. Нет, достаточно спокойно, да, не может вывести мяч далеко на чужую половину поля, но и угроз воротам Щеголихина нет. Минасян, набойка передача здесь... Нападающий не у дел оказался. Глейкин рукой бросает на левый фланг. Крохин. Ну и вот, пожалуйста, ошибка в простой ситуации. Тут Кожин с Кулаковым не разобрались. Бойко. Мяч в игре. Биджамо. Ну, буквально продираться приходится. Каждый метр с боем дается и тем, и другим. И владение переходит, поэтому практически ежесекундно. Хорошая передача. Вот здесь нужно попробовать использовать отскок. И на дальней штанге один футболист, но исполнить надо на него подачу было. Они исполнили, нет. Хо, здесь жестко. И это штрафной. 44-я минута завершается тем временем. Один мяч в этой игре был забит. И влетел он в ворота Аэрофлота. Биджама, Минасян. Бойко. Здесь потеря. У Аэрофлота может получиться быстрая контратака, но Асилия здорово бежит назад. Кулаков налево. Это неплохо. Кошлюченко откидывает мяч партнеру. И еще одна передача, и она лишняя. Пожалуй, уже нужно было как-то нацеленнее на ворота сыграть в этой ситуации. Вот Руслан Кошлюченко. На самом деле, здесь он сейчас на дальней бровке. На дальней бровке у нас еще один футболист под шестым номером, который в протокол не был внесен с этой цифрой на груди. Ну, вы знаете, все-таки после отпуска команды возвращаются. Такого продолжительного, тем более, возвращается к игре. И пока не все получается, это очевидно. Пока многовато брака, даже учитывая сложное поле. Но вот желание бороться, хоть отбавляй у тех и у других. Поэтому игра, в принципе, смотрится. Сейчас последняя четверть отведенного времени начинается, и... По идее, сейчас все самое интересное и должно происходить. Кожин. Про
стрел. Ну, в принципе, нужно мяч доставлять в штрафную любыми способами, потому что никто не исключает рикошетов. Вот таких ошибок. Неплохо. Кошлюченко. Нет, Кожин там закрыт был. На самом деле, ему казалось, что он такой хороший адрес представляет, но не совсем. Опасно давать эту передачу поперек. А вот это неплохо, и не хватает там полуметра для того, чтобы пробить. Опережает Щеголихин своего оппонента, и Роман Круглов врезается в голкипера. Альберт Шиц возвращается на поле. Такая самая главная, наверное, перестановка. Потому что все замены, ну, уже сил нет просто никаких озвучивать. Постоянно меняется Аэрофлот состав. Но вот Шиц отдохнул чуть-чуть, и он выходит. Он, наверное, должен сейчас все-таки как-то себя попытаться проявить в этой игре. Ну, кто, если не лидеры команды, не Кулаков с Шицем? А пока атакует Осирий, очень опасно. Глейкин выручает. Там защитники подбирают этот мяч. И дальний удар Биджама. Глейкин опять переводит через перекладину. Такие мячи опасно ловить. Я думаю, все правильно делает голкипер. Угловой у Осирия. Штрафной двое футболистов атакующей команды. Вот теперь трое. А идет розыгрыш. Минасян. Подача. Здесь отбиваются, в принципе, красно-черные. Но и удар таки был. И наносил его Гарик Амельшаев. Шиц. Сейчас серия рикошетов, но в пользу игрока Аэрофлота. И дальний удар Кулакова. Отбивает Щеголихин. Шиц. Попытался с разворота пробить. Попал ногой по ноге защитника. И все. Эта атака на этом закончилась. Теперь штрафной в пользу Осирия. Александр Алешин готовится мяч в игру вести. А теперь рикошет в пользу Вадима Бойко. Передача, и мимо ворот из убойной позиции бьет Андрей Пулин. Бойко сыграл на партнера, сыграл умно. Но хорошую возможность, идеальную возможность для того, чтобы увеличить разрыв, серию упускает. Шиц. Неточная передача на Кулакова здесь. Страхуют партнеры. Ну и какое-то недовольство. Ну, сложно мне вот со своей позиции было определить, от кого мяч уходит. Мне показалось, что от игрока Осирия. Действительно. Но арбитр ближе в этом эпизоде был, безусловно. Возможно, увидел какое-то касание еще. И вот игрокам в красно-черной футболке. Биджама. Хорош в отборе. Пулин в центр смещается. Нет, пока подойти не удается. Всего лишь аут. Арам Минасян. Его будет бросать. Бойко. Выбивают мяч защитники. Биджама. И очередной стык.
Да, такой тяжелый, такой тягучий футбол мы с вами смотрим. Но интрига остается в этой игре, сохраняется. Сергей Шудров по ногам сейчас получил от Александра Алешина. Алешин всегда был жестким игроком. Не стеснялся нарушать правила в таких ситуациях. Действительно, чего там стесняться. Тем более, что штрафной Аэрофлот разыграл совершенно неудачно. Кожин пытался сразу сыграть на Кулакова. И не прошла передача, и не прошла эта скидка от Шудрова на своего защитника. Вот здесь будем считать, что так и было задумано. Так хочется считать, потому что передача, которая предназначалась Евгению Кулакову, или, точнее, Андрею Кожину, от партнера из глубины, попала в пятку Кулакову, который находился примерно метрах в 10 от ситуации. Можете оценить, насколько неточная она была. Еще замены. Постоянные замены. Уже назад. Так, ну и здесь... Здесь стык... Пулин устного предупреждения от арбитра удостоился. Мне не показалось, что такой был преднамеренный фол, но Крохин мяч в сторону успел убрать, а дальше через мяч ему и по ноге досталось. Просто, конечно, в такую погоду вот такие жесткие стыки, они особенно болезненны. Ну что, штрафной. Штрафной. Да, шанс для Аэрофлота. Но очень неудачно этот удар был исполнен. К сожалению, наверное, для Аэрофлота, потому что в последнее время моментов нет совсем. Божилин... Кожин. Остается мяч. И опять неточная передача. Шиц перед штрафной. Один. Здесь мяч убирает. Мне кажется, не в ту сторону. Игра продолжается. Подача. И Роберт Жилин. Очень тяжело ему было в этой ситуации точно пробить. Потому что подача была высокая. И он выпрыгивал. Но в итоге... Удар все-таки нанес, и нанес с близкого расстояния. Голевой момент, наверное. В любом случае, пустой угол и пара метров до створа. Но не настолько очевидно голевой, как те шансы в первом тайме, которые у Аэрофлота были. Пять минут. 5 минут до конца. Вот игра с Кристаллом у Аэрофлота, кстати, была показательной в этом отношении. Там тоже все не здорово складывалось, но во втором тайме нашли в себе силы. Два мяча забить и 3-1 выиграли. Там со штрафного забил, правда, Кулаков, но потом еще и с игры в таком классном проходе. Сейчас, наверное, о победе говорить сложновато, но ничью еще вырвать можно. Для этого нужно вообще забрать мяч и провести все-таки несколько атак. Ну нет, это передача, эту передачу Дмитрий Биджамов в 86-м году примерно прочитал. Нужно было через Александра Овешникова развернуть налево эту атаку. А так Аэрофлот полминуты потерял на то, чтобы мяч обратно отобрать.
Отворот, отворот в этой ситуации. Вообще, конечно, совершенно необъяснимо для меня, почему именно Альберт Шиц бросал этот аут. Сейчас он вообще поле покидает. Другие футболисты будут спасать ничью. Кулаков вперед. Вот сейчас неплохо. А вот сейчас действительно опасный был момент. И действительно хорошая позиция для Андрея Кожина. Но удар у него получился правильной силы, но недостаточно точный. Не подкрутил его в дальний верхний угол. 20-й номер. Шудров. Кожин. Прострел. Нет, здесь Алешин попроще. Ваут. Все правильно делает. Еще момент. И удар от ворот. Ну, тут Щеголихин спешить не будет совершенно точно. Василий замена. Пулин уходит. Замена может быть и тактическая в большей степени. Лобков возвращается. Где-то за верховой мяч побороться. Все-таки футболист высокий, хотя и Пулин тоже. Ну, мне кажется, сейчас просто будет еще одна замена обратная. По крайней мере, Пулин от места резервного арбитра не отходит. К своей скамейке не идет. Бойко. Алешин. Пас вперед. Здесь Крохин. Здорово сыграл на опережение. Ищет варианты впереди. Алешин прерывает. Кожин. Прострел. Нет, тут справляется. И удар с лету Евгения Кулакова. Недостаточно сильным получается. Последняя минута. Алихин выбивает на Глейкина. Тот рукой бросает в центральной линии практически. Крохин. Кошличенко. Кожин. Прострел. Угловой. Угловой зарабатывает Аэрофлот. Еще какие-то замены тут успевают произойти. Ну, а Сирии понятно. Лобков уходит, Пулин выйдет, как мы и предполагали. Глейкин в центральный круг рванул, но в штрафную пока не идет. Ну, а чего тянуть? Если уж идти, так идти до конца. Ну что, это кульминация. Розыгрыш. И это уже слишком сложно. Евгений Кулаков ошибается в передаче. Удар от ворот будет. Ух, Щеголихин ошибается сейчас. Позволяет Аэрофлоту еще одну атаку провести. Но здесь удачно Роман Амершаев сыграл в подкате. Еще и мяч сохранил, выбив его за боковую через ногу соперника. Алешин будет вводить. Бросает. Нет. Вешников всего лишь ваут выбивает. Ну что ж, похоже, что второе поражение в чемпионате терпит Аэрофлот. Теперь со сменой по потерянным все поровну. И в плане борьбы за лидерство в чемпионате интрига обостряется. Но Ассирия очень важную для себя победу одерживает. Эта победа позволяет команде продолжить сражение за попадание в первую четверку, а может быть и тройку. Достаточно интересный был футбол. Пусть мало забитых мячей мы увидели, но много борьбы и эмоций. Прощаюсь с вами, друзья. Работал для вас Кирилл Разумовский. Встретимся здесь, на полях Северной Лиги.